Безусловно, начать нужно с приятного. Так, с начала этого года произошла индексация пенсии на 7,5%. Средний размер страховой ее части вырос на 1600 рублей, тем самым сложив среднюю сумму выплаты в размере 23 405 рублей. Работающих пенсионеров это не коснется. Трудящихся тоже не обделили вниманием. С 1 января МРОТ вырос почти на 19% и сейчас составляет, если быть точным, 19 242 рубля. Поэтапное повышение в своем послании анонсировал президент России. Мера коснется порядка 5 миллионов работающих граждан. А вот прожиточный минимум стал больше только на 7,5% и составляет на сегодняшний день 15 453 рубля. Для трудоспособного населения показатель достигнет 16 844 рублей, для пенсионеров 13 290 рублей, а для детей 14 989 рублей. Вообще, 7,5% – цифра не случайная. Именно такой уровень инфляции прогнозируется в этом году. Ровно настолько же с начала этого года проиндексируют размер материнского капитала. Так, с 1 февраля сумма за первого ребенка составит 630 тысяч рублей, за второго – 830 тысяч. А теперь о том, что негативно скажется на благосостоянии россиян. Подорожал техосмотр. В среднем на 12%. Сейчас его стоимость примерно 1000 рублей в зависимости от региона. Введение новых тарифов предусмотрено приказом Федеральной антимонопольной службы. Вырастут и минимальные цены на сигареты до 129 рублей за пачку. Подорожают акцизы на алкоголь. Дороже стала и пошлина на загранпаспорт. Документ с электронным носителем обойдется в 6000 рублей вместо 5. Детский удорожал на ту же 1000. А в июле нас всех ждет очередная индексация тарифов ЖКХ. С 1 января вырастет и максимальный возраст призыва на срочную службу. Так, теперь повестки будут получать молодые люди до 30 лет, а вот минимальный возраст остался неизменным. Большинство россиян, согласно опросу, хотят отправиться на службу сразу с наступлением совершеннолетия. Новый год – это всегда перемены, даже если в масштабах страны они не всегда позитивные. Сделать что-то хорошее для себя никогда не поздно, и начать Новый год с давно запланированных свершений, которые непременно изменят вашу жизнь к лучшему. Алмаз Кашаев, Максим Липин, новости НТР.